This conference will now be recorded. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего мастер-класса. Я приветствую вас на мастер-классе «Инфографика в стиле комикса. Приемы в программе CorelDRAW». Вас приветствует преподаватель, а также автор данного курса, курса «Инфографика. Уровень 1» в Центре специалистов. Меня зовут Романова Инна Витальевна. Наш с вами мастер-класс организует Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ имени Баумана. И конкретно отделение данного центра – это комплекс «Бауманский». При возникновении любых вопросов, связанных, например, с тем, что не слышно звука или какие-то еще проблемы, пожалуйста, набирайте по телефону, вам помогут, связь с инженером постоянная там находится. И, конечно, лучшее средство от всех проблем – это там, предварительно почитать инструкцию, ну, или перезапустить вебинар. Но если ничего не помогает, пожалуйста, звоните. Итак, уважаемые слушатели, с вами преподаватель Романова Инна Витальевна. Я же автор данного курса, я же в Центре специалист, работаю более 10 лет и в основном специализируюсь на пакете Office, такие программы, как Word, Excel, PowerPoint, а также немного владею графическими программами, такими как Photoshop, допустим, Illustrator и CorelDRAW, как раз таки на базе которого и построена одна часть курса. Так, немного хотела бы сказать о непосредственно курсе инфографика, который в Центре специалист у нас имеется. Данный курс направлен на, пожалуй, введение в эту область, в область модного слова инфографика. Инфографические отдельные приемы вы можете наблюдать даже в презентациях. Каждый специалист, который визуализирует данные, хотя бы одну иконочку на слайде расположит, и все, уже претензия на инфографическую презентацию. Ну, то есть вот этот подход, стараться отойти от текстовой информации, максимально ее структурировать, сокращать, выбирать, оптимизировать, и в итоге вместо текста представить форму. В идеале на слайде, на рабочей области, то есть любой, не только в презентации, вообще не должно быть ни кусочка текстовой информации. Вот к чему стремится специалист, работающий в направлении инфографика. Но уровень первый, инфографика уровень первый, это курс погружения, которое, после которого уже для себя специалист понимает, куда же ему все-таки идти. Может быть, рисовать. Вот, именно на эту часть направлен модуль первый. Модуль первый рассматривает инструмент векторной инфографики. То есть мы делаем обзоры трех видов подходов, ну, помимо теории, разумеется, которые также в нашем курсе представлено довольно большое количество. И вот первый модуль – это именно векторное рисование. Векторное рисование, и в качестве программы, которая будет вам в этом помогать, я выбрала CorelDRAW. Это был не случайный выбор. Вместо иллюстратора, а также вместо каких-то совсем простеньких программ, остановилась именно на профессиональном приложении, которое конкурирует с программой Adobe Illustrator, и все-таки более как бы дружелюбнее, что ли, по внешнему виду. Очень похоже на такие программы, как PowerPoint или на даже Paint, немного напоминает. Ну, в общем, так достаточно дружелюбный интерфейс, сел и поехал. Второй день на курсе инфографика посвящается бизнес-визуализации. Бизнес-визуализация подключает уже пакет Office и такие программы, как Word, Excel, PowerPoint, а также программа Visio рассматривается для создания уже такого комплексного аналитического макета о состоянии дел в отделе, ну, там, или филиале организации. Ну, наибольшая часть контента – это цифровые диаграммы, а также схемы и карты. Ну и, наконец-таки, третий день уделяет большое внимание шрифту, композиции, различного рода теориям о том, какую именно визуализацию выбрать, правильный выбор сделать в пользу того или иного вида объекта. И рассматривается множество интернет-сервисов, которые все бесплатные, ну, такова была ставка курса. Ну а также происходит работа с одним увлекательным сервисом для создания полноценной инфографической композиции. То есть вот как выглядит курс. Курс трехдневный, и каждый день посвящается определенному виду инфографики, а также определенному инструменту, ну, либо сочетанию инструментов.
Что касается нашего сегодняшнего вебинара, то мы с вами рассматриваем крошечную часть модуля векторного рисования, который называется трассировка. Один из самых популярных, наверное, видов претензий, который по отношению вообще к искусству инфографика предъявляется, это «я не умею рисовать и не собираюсь на это тратить свою жизнь». Мы, конечно, можем рассмотреть методику Майка Роуди, который утверждает, что все могут рисовать, нужно только это начать делать. И, по-моему, один из мастер-классов посвящался именно этой теме. Способ рисования с помощью логических операций в программе Corel. Что касается трассировка, за основу мы будем брать просто фотографию, которую с небольшой подготовкой будем переводить в векторную иллюстрацию, а векторная иллюстрация особо ценится тем, что она легко меняет свои свойства и позволяет, ну, как бы грубовато и в то же время цельно донести мысль. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы с вами будем проходить путь из 5 шагов. Ну, это грубовато, конечно, здесь все показано. Инструкция в программе CorelDRAW, которая выполняется. Вначале импортировать фотографию, затем перевести ее в черно-белое изображение. Непосредственно третий пункт представляет из себя ключевой момент. Это операция трассировка, как преобразование из растра вектор. Затем небольшая коррекция. Коррекция с помощью команд разгруппировать, объединить и немножко поработать ластиком. Ну и затем в качестве уже, наверное, окончательного штриха будем рассматривать помещение объекта в контейнерную форму. Команда Power Clip в других векторных программах известна также как Clipping Mask, она же обтравочная маска. Так. Итак, действия, которые мы с вами выполняем, разумеется, выполнить ну, в таком редакторе, как PowerPoint. Ничего плохого я бы сказать не могу, тем более, что я также веду и эти курсы тоже. Выполнить невозможно по ограничению непосредственно функциональных возможностей. То есть эта часть работы выполняется только в профессиональной графической программе. Ну а затем, конечно, если изображение уже готово, если вы все, что хотели с ним сделали, вы можете импортировать изображение уже в PowerPoint, либо да куда угодно, в качестве PNG-файла или SVG-файла или VME-файла, это уже по вкусу. Так, ну что ж, я так, коротенький обзор того, что будет у нас с вами прямо сейчас. В качестве исходной фотографии мы берем одно из стоковых фото, которое вы могли скачать по ссылке. Ну, я так, чтобы давайте еще раз ссылочку покажу, что она из себя представляет. Такая ссылка. Я скопирую еще раз в чат, уже окончательно, лучше повторять не буду. Сбрасываю ссылку в чат, это ссылка непосредственно на материалы, ну а также здесь презентация представлена, откуда вы можете весь этот же самый материал получить. И вот здесь вот в папочке стоковые фото, ну, вот, расположены такие забавные фотографии, это была, видимо, шутка со стороны актрисы Эмилии Кларк. Она поучаствовала в фотосессии стоковых фотографий. Ну и в хорошем качестве этих фотографий я не нашла в интернете. Если, кстати, найдете, дайте мне ссылочку, буду признательна. Ну вот, работаем с чем есть, как говорится. Сама фотография не очень важна даже по качеству. Скорее, важны другие характеристики фотографий, такие как более-менее чистый фон, хорошая контрастность. Я вот здесь немножко переживаю за волосы нашего главного действующего лица, поскольку, ну да, вы видите, что блондинка, опять-таки, на белом или светлом фоне, это может представлять из себя проблему. Итак, мы выберем с вами фотографию. Следующий шаг будет уже по переводу в черно-белое изображение и последующая трассировка, то есть следующий шаг уже рабочий здесь демонстрируется. И последнее, что мы с вами получаем, мы получаем с вами результат, который можно заключить в любую форму, перекрасить, добавить текстовую информацию. Ну, то есть делать дальше уже можно
все что угодно. И это отдельный модуль композиции, которую мы с вами можем включить в инфографику уже любого типа, уважаемые слушатели. Я на этом этапе пока прерываю процесс презентации, это была просто коротенькая затравочка, коротенький обзор, но также сделаю шаг в сторону официальных некоторых методов. Есть такая книга, она называется «Универсальные методы дизайна», на нее, на эту книгу ориентируются как на, ну, наверное, инструмент, который, вернее, книга, которая консолидировала все инструменты исследования. Выглядит книжка, так, 152-я страница, чтобы не забыть, выглядит книга следующим образом. Так. Но она немного сложноватая для чтения, я бы не стала бы ее рекомендовать как некое легкое чтиво, но для профессионала в области визуализации она представляет из себя определенный интерес. Универсальные методы дизайна. Все начиная от начала исследования, заканчивая уже непосредственно визуализацией. И вот одна из страничек этой книги рассматривает средства подачи данных как своеобразный комикс. Да, разумеется, здесь функциональные дорожки, разделение обязанностей, но это тоже мы с вами рассматриваем как инфографику, ну или как элемент инфографики при подаче данных. Итак, уважаемые слушатели, наша с вами цель – создать что-то вроде комикса при отсутствии навыков рисования. И папочка на этот момент, ну, допустим, вот она уже у меня скачана, готова. Причем вы можете открыть папочку «Шрифт блогер» и выделить все шрифты в этой папке, такая подготовка к работе, и правой клавишей мыши установить шрифты. Можно один только, Blogger Sans, как универсальный, остальные шрифты представлены уже вариации в виде жирного, полужирного, там, в виде курсива. То есть можно установить либо один шрифт, либо все шрифты. Правой клавишей мыши кнопкой «Установить». Я этого делать не буду, поскольку эти шрифты у меня уже установлены, но если хотите поработать с необычным шрифтом, то можно сделать это именно так. Затем я прошу вас запустить уже программу CorelDRAW. CorelDRAW. Ну, здесь вот все как бы, стадии процесса у меня показаны. Я даже уберу этот листочек, не нужен он мне. Так. Программа CorelDRAW при запуске выглядит, ну, следующим образом. И здесь вы можете избавиться от экрана приветствия, просто закрыть его, он нам не нужен. Вот, то есть, непосредственно крестик закрытия убираем. И создаем с вами новый файл. Новый файл создается с помощью плюсика. Плюсик, который расположен на верхней части окна, позволяющий вам создавать новые документы. Так, ну и окей, соответственно, можно принять характеристики по умолчанию. В программе Corel мы с вами видим главное меню, расположенное сверху. Есть также панель стандартная. Есть панель параметров, которые расположены еще ниже. Вот такие в три позиции. Главное меню, все его узнают и наверняка найдут такую команду, как «Файл импорт». Обращаемся с вами к меню «Файл». В меню «Файл» команда «Импорт» предназначена для импорта неких внешних объектов. Ну, такие, как чужеродные объекты для данного приложения, это фотографии. Файл «Импорт» нажали. И далее проходим на рабочий стол. Я иду лично к себе на рабочий стол и открываю папочку «Семинар». Семинар инфографика в стиле комикса. Папка на этот момент уже должна быть обязательно разархивирована. И указываю в папке стоковые фото, фотографию, которая мне понадобится для работы. Ну, вот я построила пример на, в примере такой отчаянной картинки. Хотя вот если здесь выстраивать логическую последовательность фотографий, то, наверное, последовательность выглядит как-то так. Дали проект человеку, достаточно самоуверенному. Человек столкнулся с трудностями, затем попросил о помощи, затем собралась команда, вот такое хитренькое выражение лица. Вот. Презентация, судя по всему, прошла успешно. Затем, ну, либо следующую фотографию, да, здесь радуется, видимо, Эмилия.
либо такая вот уверенная форма, ну и, собственно, успех, который уже здесь мы видим в чистом виде. Я возьму ту фотографию, которую я обрабатывала перед началом семинара, вот, и которую вставила в презентации. Вот, Эмилия, которая находится в крайнем отчаянии. Выбирайте фотографию, и можно произвести щелчок по рабочей области «Фотография вставлена». Фотография вставлена. Ну, наличие водяных знаков обычно мешает, но нам все-таки это не очень сильно помешает. Так. Проблема, конечно же, у фотографий бывает, и вы со временем обратите внимание, что не каждая фотография все-таки нам подходит по работе. Это связано с контрастностью. То есть могут пропасть волосы, могут пропасть черты лица. И перед началом работы хорошо бы сделать эту фотографию более контрастной, что ли, более яркой. В Corel такого инструмента нет по работе с растровой графикой, но есть дополнительный инструмент, который называется, вернее, даже дополнительная программа, сестричка, она поставляется с ним в одном пакете. И, кстати, уважаемые слушатели, вы сейчас этот шаг делать не обязаны, можно его пропустить. Но я все-таки для полноты тренинга его проиллюстрирую. Эта команда располагается в растровых изображениях. То есть, когда у нас активна фотография, я нажимаю на команду «Растровые изображения». Так. И есть у нас, ну, вот, все, что касается растрового изображения, различные предложения, вот, редактировать, допустим, растровое изображение, следующая команда, вот, что она нам дает. Вот, я тут сейчас немного сомневаюсь насчет, конечно, версионности программы Corel, что у вас, может быть, она не будет называться прям-таки редактировать, а может быть называться немножко иначе. Давайте еще раз покажу. Растровое изображение, редактировать растровое изображение. Мне почему-то до конца не дописано. Так. И, скорее всего, что-то появилось или что-то замигало на панели задач. Не игнорируйте панель задач, обратите внимание, дополнительная программка появилась здесь. В этой программке я выбираю команду «Настройка». Команда «Настройка». Ну и есть такая команда, как, ну она колоссальная, конечно, как лаборатория по корректировке изображений. Но есть чуть проще команда «Увеличение контрастности». Ну нет, даже это уровни. Наверное, все-таки в лаборатории нам будет проще ориентироваться. Лаборатория по корректировке изображений. В главном меню «Настройка» выбираю именно этот пунктик. Да, здесь действительно будет ориентироваться проще, поскольку все-таки контрастность связана с уровнями, об этом надо получать все-таки более качественную информацию. Слегка увеличиваю контрастность в светлую сторону. Яркость можно также чуть-чуть увеличить в светлую сторону. Ну, так, увеличение контрастности уже дает нам более резкий результат. Можно также по желанию корректировать светлые тона, которые можно затемнить в более темное положение, перевожу бегунок. Но тут очень важно чувство меры, чтобы мы работали буквально по чуть-чуть. Мне следовало слегка увеличить контрастность, я ее добилась, и все, собственно, окей, окей. И далее мы, сохранив это изображение, просто закрываем программку Corel Photo Paint, в отдельном окне закрываем, и у нас уже более контрастный результат получился здесь в программе Corel Draw. Этот шаг можно было не делать. Вот. Я предлагаю вам отслеживать свои шаги. Ctrl-D, Ctrl-D, английское на клавиатуре. Я продублирую изображение для того, чтобы показать следующий шаг. Следующий шаг – это работа с переводом в черно-белый режим. Изображение на этом этапе все еще остается растровым, все еще остается фотографией. Но при этом уже оно будет близко к тому, что я в итоге хочу получить. Инфографика в стиле комикса. Да? Растровые изображения. Нажимаю на команду «Растровые изображения» и выбираю кнопку «Режим». Команду «Режим». Растровые изображения. Режим черно-белый. Черно-белый режим.
Метод преобразования. У вас может стоять какой-то нехороший здесь, вот, да. Не помню, что шло по умолчанию, но точно не то, что мне было нужно. А вот штриховая иллюстрация. Выберите, пожалуйста, метод преобразования штриховая иллюстрация. Есть. И что такое пороговое значение? Величину порога вы можете перемещать влево, вправо. Это соотношение количества белых и черных точек на изображении. Но нам, пожалуй, важно, чтобы изображение было видно по максимуму. Поэтому с количеством черного все-таки, наверное, надо здесь больше черного, чем белого. Но я, пожалуй, остановлю эту величину где-то на 190, ну, пусть будет 200 для ровного счета. Для каждой фотографии здесь требуется своя величина. То есть человек должен хорошо угадываться. Основная мысль все еще оставаться. На лице я вижу здесь все еще написано отчаяние, но значит то, что нужно. То, что нужно. Можно сделать даже еще больше, я думаю, что учитывая очень бледную внешность главной героини, не бледную, а светлую, простите. Нет, нет, 200-200 на мой вкус хорошо. Но тут можно меня не слушать, решение принимайте сами. И окей, и окей. И окей. На этом шаге у нас по-прежнему фотография идет как растровая. То есть мы с вами при приближении будем наблюдать распад на крошечные пиксели. А растровое фото мы все-таки захотим поменять на что-то другое. Что-то другое. И я снова создаю копию. Хотя, по-моему, это даже не обязательно. Там следующий шаг. Можно настроить таким образом, что копия будет создана уже сама. Мы приступаем к последнему шагу, собственно. Будет, разумеется, еще корректировка, включение объекта в контейнер, но это ключевой момент всей нашей сегодняшней процедуры. Это перевод изображения из состояния растра в состояние вектора. Растровые изображения. Еще раз обращаемся к этому главному меню. Выбираем команду «Трассировка абресом». Быстрая трассировка нам не дает никакого чувства контроля. Трассировка по центральной линии применяется для технических иллюстраций. А трассировка абресом – то, что надо. Ну и вот наименее детализированный вид – это штриховой рисунок. Хотя можно выбирать здесь уже, ну, снова, собственно, это так, по ситуации более детализированные виды. Но штриховой рисунок для нашего упражнения подойдет. Выбираем штриховой рисунок. Ждем некоторое время, когда подгрузится Power Trace, предложение такое, как Power Trace. Так, ну и начинаем с вами наблюдать за лицом главной героини. Пощелкайте непосредственно по картинке внизу. Я вижу, что у меня потерялся левый глаз. Это проблема. И корректируйте детали, увеличить. Верхний бегуночек в этом поле отвечает за количество деталей. Не всегда это хорошо, количество деталей, но в данном случае мне нужно, чтобы глаза были, поэтому детали я увеличиваю. Сглаживание в целом нужно, ну, стремиться к меньшему количеству деталей, даже не деталей, а как бы их так, ну, назову как есть, к меньшему количеству узелков, к этому стремится векторная графика, но уменьшение сглаживания может опять-таки привести к нежелательным последствиям. Итак, на этом моменте мы с вами можем очень много времени провести, поэтому если в целом лицо главной героини обладает все еще человеческими чертами, хорошо, основной посыл такой, как отчаяние, мы с вами наблюдаем, то можно остановиться на любом раскладе. Что касается количества цветов, которое должно остаться на вашем изображении, мы уже с вами сделали важную работу. Мы удалили все цвета изображений, когда доводили до черно-белого состояния, так что уже все окей. Теперь нужно только избавиться еще и от белого цвета. И в области управления удалением цветов, то есть вот я, собственно, сигнализирую, вот, нам нужно выбрать цвет из всего изображения.
Он определяется автоматически. Белый цвет определился автоматически. Если белый цвет автоматически не определяется, тогда можно использовать кнопку «Задать», нажать на пипетку, щелкнуть на белый фрагмент образца. Ну и, собственно, все. Но здесь, в этом месте, цвет из всего изображения. В более старых версиях программы присутствует просто как опция удалить его везде. Объекты слить соседние, удалить наложение, все верно. Ну, еще можно поставить галочку «Удалить оригинал», если вы создавали дубликат. А так, если не поставите, то оригинал изображения будет просто наложен сверху. А, снизу, а сверху будет уже ваша векторная композиция. Я все-таки галочку поставлю, мне оригинал сохранять не нужно. Итак, окей. Окей, и посмотрим на результат. Так, я вижу, результат состоялся, но для последующей коррекции этот результат не очень удобен. Я хотела бы избавиться здесь от лишних частей, убрать вот эту черную полосу наверху. И здесь вы сталкиваетесь с коварством векторной графики. Вот. Сгруппированные композиции мы захотим, там, допустим, там, частично удалять. Очень многие инструменты деформации не работают на сгруппированных объектах. Как я поняла, что этот объект сгруппирован? Ну, это уже, конечно, надо специальную панелечку под названием «Объекты» доставать и смотреть. Ага, вот группа из 236 объектов, что все это находится вот здесь вот в состоянии едином, как бы, но при этом создает именно неудобство при последующей коррекции. Доставать эту область не обязательно. Сейчас я просто там хотела бы доказать свою мысль, что это группа, а работать с группой, ну, просто-напросто потрясающе неудобно. Вот. Для того, чтобы превратить это множество объектов в единый объект, вы делаете две невидимые команды, но при этом дальнейшая коррекция будет уже происходить без проблем. Команда первая. Правой клавишей мыши, щелкнув по изображению, вы выбираете команду «Разгруппировать все», а затем, не сбрасывая выделение, мы разгруппировку провели, просто сама по себе это невидимая процедура. Я буду просить вас выполнить команду слияния в меню «Объект». Команда «Объект». Так. «Формирование» и «Слияние». Собственно, та же самая кнопочка, кнопочка слияния расположена у вас на панели свойств. Но появляется эта команда, ну а также выполняется команда из главного меню только в том случае, если у нас выделены все части объекта. Поэтому, если сбросили выделение, не забудьте еще раз воспользоваться мышью, потянув и заключив в область выделения все части вашего объекта. Вот теперь это чисто технически является единым объектом. И если я взгляну на свою область задач объекты, я увижу, что теперь это один единственный объект, никакая это не группа, значит, есть возможность его немножечко отредактировать ластиком. Ластик находится в группе команд, которые относятся к инструментам в левой части экрана. Третий инструмент сверху. Третья группа команд сверху, и вот она начинается с обрезки, нож, есть также удаление виртуальных неких сегментов, ну и вот есть ластик. Проще всего активировать ластик английской клавишей X на клавиатуре, чем его долго-долго искать. Вот, с помощью ластика овальной формы или квадратной формы, есть также на панели свойств управления размером, вы можете избавиться от ненужных частей вашего изображения. Вот, например, квадратную форму я выбрала для того, чтобы уничтожить там какие-то части внизу, там, да, вот, ненужные. Есть, конечно, разные хитрости при работе ластиком, такие как отрезок можно формировать, щелчок, например, щелчок
на расстоянии. Если при этом еще и клавишу Shift держать, линия точно получится прямая. Но пока на этапе просто знакомства с программой, я советую вам просто использовать ластик как тряпочку. Удерживая левую клавишу мыши, вы можете просто протирать как бы часть изображения, и тем самым удаляется большая часть ненужных частей. Ну, вот так вот. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Убрали. Убрали. Сделали изображение просто чуть-чуть почище. Избавляться от различных ненужных частей все-таки надо уметь. Вот. Это следующий шаг. Ну и я еще раз хотела бы создать копию Ctrl-D. Использую сочетание клавиш для этих целей. И уже эта копия у меня превращается в окончательную визуализацию. Мне нужна форма, в которую будет заключен объект. Это не очень важная часть, можно обойтись без нее. И в то же время инфографика очень любит подобные ограничения. И, как правило, это овальные формы выступают в качестве ограничителя для объекта. И что-то вроде такой маски, обрезающей лишние части, выступает. Вот. Этот объект у меня будет эллипс. Можно активировать инструмент либо щелчком мыши, либо клавишей F7 на клавиатуре. Эллипс вы можете нарисовать с зажатой клавишей Ctrl для того, чтобы сохранить пропорции объекта. Ну вот, собственно, это не овал, не лепешка какая-нибудь, а именно круг надо в итоге получить. Покрасить эллипс вы можете затем в любую другую форму, в любой другой цвет, воспользовавшись левой клавишей мыши и панелью инструментов, вернее, не инструментов, да, а панелью цветов, которые располагаются справа. Обычным коротким щелчком мыши это происходит. Вот. Как правило, для этих целей можно использовать еще и корпоративные цвета. Так. Затем нажмите, пожалуйста, на готовый результат, который нам обеспечила Эмилия. Последнюю нашу штуку, да. И выполним команду, то есть выполняется команда при активной фотографии, да, или не фотографии, а уже векторной композиции. Команда «Объект», далее команда «Power Clip». Эта команда прописана на английском языке, располагается в меню «Объект», во всех версиях программы она так пишется. А затем выбираем «Поместить во фрейм». «Объект», «Power Clip», «Поместить во фрейм». И выбираем черной стрелочкой нарисованный нами кружок. Ну и вот что, собственно, должно происходить. Вот эта процедура, может быть, прошла не слишком удачно. Ну, вдруг там что-то случилось, что-то произошло. И вы можете либо на отдельной мини-панельке, либо через команду «Объект Power Clip» редактировать или извлекать, или подгонять по фигуре. Ну, вот команда «Редактировать Power Clip». Она означает, что временно вы можете обращаться к содержимому Power Clip для того, чтобы, ну, как-то более точно там, разместить объект или как-то его увеличить, а то и уменьшить. Ну, а затем завершить командой «Готово», либо командой «Объект Power Clip» завершить редактирование Power Clip. То есть, ну, вот у нас с вами показано отчаяние, показано хорошо. Вот. Можно сделать обводочку немножко потолще на верхней панели. Конечно, обводка – это не то, что любят вообще использовать векторные графики, но сейчас не будем углубляться в этот вопрос. Контур фигуры сделать потолще. Вот. Также в такого рода визуализациях часто используются различные текстовые сообщения. Ну и вот здесь вот давайте представим себе, что Эмилия что-то говорит еще в этот момент. То есть форма облачка. Давайте найдем с вами такой инструмент, как многоугольник в левой части на панели инструментов и стандартные фигуры. Вот, к сожалению, здесь нет комбинации клавиш, поэтому могу вас только следующим образом навигировать, обратить внимание на панель инструментов, выбрать конкретно многоугольник, удерживая левую клавишу мыши, и там уже найдете стандартные фигуры.
Выбрали стандартные фигуры, и в верхней части на панели управления можем выбрать с вами конкретную фигурку. Меня интересуют выноски. Ее несложно было создать самостоятельно, ну, с помощью логических операций. Для диалогов чаще всего используются формы в виде кружочков или скругленных прямоугольников. Ну, для различных мыслеформ используются уже облачка. Вот я, пожалуй, сейчас, удерживая левую клавишу мыши, подобное облачко нарисую. Аккуратненько здесь его переставить. Можно также увеличить контур на верхней панели. Ой, ну не так, да, не так, как-нибудь вот так. Заливку белого цвета можем обеспечить с вами. Заливка белого цвета. Ну и шрифтом, который вы могли установить, это шрифт блогер, можно напечатать какое-то, опять-таки, отчаянное сообщение по этой теме, что «Боже, помогите, как много работы», и нажимаем с вами на инструмент текст. Инструмент текст, который сосредоточился также на панели инструмента в виде буковки А, он же активируется через клавишу F8. Шрифт можно подобрать заранее. Шрифт такой, как блогер, если вы его установили. Если нет, ну, возьмите любой, какой знаете, Arial там, и так далее. Так. Ну вот, собственно, шрифт выбираете. Блогер Sans, обычный, regular. Ну, можно сразу нажать на Окей, Blogger Sans. Щелкните. Ну, все-таки я, да, я не до конца добила умолчание, поэтому шрифт придется мне назначить еще раз. Что-нибудь по теме. Подскажите мне, пожалуйста, фразу, уважаемые слушатели мастер-класса. Преподаватель просит помощи, чтобы такое в контексте работы и в контексте ее количества и с таким выражением лица могла бы наша героиня говорить. Есть предложение? Только не это. Только не это? Да. Help, help тоже вот мне Татьяна предлагает. Столько работы, ну, да, сколько работы, только не это. Ну, вот я вот так, да, вот так вот тоже вижу ситуацию. Только я все-таки допустила оплошность с назначением. А, конец квартала! Вот, очень конкретная информация, Ирина. Конец квартала. Конец квартала, да, или восклицательный знак, да, или там что-то вот такое. Вот мне понравилась подобная конкретика. Конец квартала понравилось. Ну, в общем, кто что пишет. Главное, чтобы это цепляло, правильно же. Или скоро дедлайн, вот. Слушайте, я даже вот все уже, столько шикарных вариантов-то. Дедлайн мне тоже понравился, но уже не буду перепечатывать. Так, итак, конец квартала. Шрифт блогер я назначу еще раз, поскольку я неправильно назначила умолчание. Для этого активируйте инструмент выбора. Инструмент выбора, который располагается в левом верхнем углу. И щелкните по вашему тексту и назначайте шрифт блогер или любой другой. Так, конец квартала. Можно также фразу сделать, там, не знаю, по центру. Ну, в принципе, здесь растягивать ее вот таким вот образом тоже можно. Вот, здесь очень так побогаче выглядит выравнивание. По центру, справа, по ширине. И есть еще полное. Ну, вот по ширине даже. Размер текста регулируйте по вкусу. Ну, здесь можно либо пунктовый размер выбирать, либо выбирать размер просто за уголочек. Так, потяните, как самый обыкновенный прямоугольник. Вот. Вся композиция в итоге у нас может быть еще и сгруппирована для того, чтобы ее было в дальнейшем удобнее перетаскивать с места на место. Для этого вся композиция аккуратненько выделяется мышкой,
инструментом выбора и выполняется, можно правой клавишей мыши, как вариант по работе, команда-группа. Команда-группа. Ну и все, собственно, композиция уже готова. Если вы захотите ее экспортировать в любой другой формат, то вы можете нажать по вашей композиции и выполнить команду «Файл», «Сохранить». Ну, в принципе, давайте лучше «Экспорт» возьмем, лучше растровый формат сделаем. «Файл экспорт». «Файл экспорт». Ну и далее куда-нибудь в формате «PNG». Так, чтобы наверняка формат Portable Network Graphics можно выбрать. Но это если вам хочется эту картинку сохранить для себя. В общем-то, работу здесь надо просто продолжить. Ну, я просто доведу до конца. Окей. Только единственный момент при экспорте командой «файл экспорт». Обратите внимание, что я, конечно, сама очень хитро поставила, а вас не предупредила. Галочку поставить только выбранные для того, чтобы экспорт произошел только данного изображения. Тип файла PNG, растровая графика, уже можно вставлять абсолютно вообще куда угодно, даже в программу PowerPoint, если желаете. Кстати, проверю. Программа PowerPoint. Ну, там, допустим, какой-то вот первый слайд, команда «Вставка рисунки». И попробую я эту фотографию вставить. Смотрите, как замечательно, да? Какой кошмар, да? Вот, все, готово, да? Подобные композиции вы можете создавать методом не рисования, а методом заимствования от уже готовой фотографии. Парочка манипуляций, и вы получили, ну, собственно, инфографическую композицию. А можете создать полностью всю композицию непосредственно здесь, превратив ее, по мнению авторов книги «Универсальные методы дизайна», в полноценный, да, в полноценную вот картину сюжетного характера. Но такого рода инфографика называется часто дорожная карта. Она объясняет, как произошло определенное событие, иллюстрируя отдельные стадии этого процесса. Ну вот, в общем-то, возьмите за основу. Кстати, была бы очень рада посмотреть уже готовую работу с вашей стороны, вот если вы ее снабдите. Так, что это такое у меня выскочило? Если вы ее снабдите дополнительными комментариями, сделайте подобную работу с каждой фотографией, ну а затем можем даже попробовать что-то выполнить вместе. Возможно, мне захочется добавить что-то к вашей работе. И я буду очень рада, если вы мне пришлете результаты вашей собственной инфографики, может быть, с другими фотографиями, на мою электронную почту. Она находится в вашей презентации, но я также хотела бы продублировать ее в чат. Буду ждать ваших комментариев. Было мне очень, как бы, интересно рассказать про эту часть курса. Не всегда так много времени уделяется непосредственно на занятии этому вопросу, скорее там в рамках другого проекта делается работа с одной картинкой. Ну, разве что на дом я имею возможность давать такие вещи своим слушателям. Итак, уважаемые слушатели, всем огромное спасибо. Я по просьбе менеджеров нашего обучения хотела бы озвучить также информацию, ну, скорее, о центре специалист, о том, что у нас разные варианты обучения, и все это можно протестировать для себя, что и вебинар может быть удобен, и кому-то очная форма может быть удобна. И вот особый упор делается сейчас на открытое обучение, когда вы находитесь непосредственно в классе или в комфортных для себя условиях, где-то дома в том числе, и просматриваете через личный кабинет видеозаписи преподавателя. Преподаватель же находится непосредственно перед вами, если пришли к нам в комплекс «Центр специалист», либо находится с вами постоянно на связи, и можно с ним
поговорить по любому вопросу, который вызывает у вас какие-то дополнительные, допустим, упражнения захочется получить или просто разъяснение по ситуации. Это форма открытого обучения. Она очень многим нравится, поскольку она позволяет вам самостоятельно выбирать то время, которое вы готовы отвести под занятие, индивидуальный график, плюс преподаватель постоянно на связи. Есть хорошие преимущества у этого обучения, хотя бы в плане цены. И, ну, собственно, еще вот такой слайд, что если вы захотите поговорить о вашем профессиональном развитии, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в Центр Специалист, в том числе и есть здесь у нас промокод такой забавный. Итак, уважаемые слушатели, наш вебинар близится к концу. Ирина, какие книги по визуализации я могу вам посоветовать? Ну, визуализация – это очень такое комплексное понятие, которое прежде всего отталкивается от понимания ситуации, да, то есть мы должны очень хорошо понимать тот материал, который собираемся визуализировать. И книги не технического характера, а вот именно книги, которые дисциплинируют выбор вашего объекта, ну, такие, например, вот сейчас приходит на ум, как «Мастерство презентации» Алексея Каптерева. Можно также отметить, конечно же, Джина Желязный «Говори на языке диаграмм». Для умения структурировать информацию предлагаю также знать компанию McKinsey и их монументальный труд «Просто золотые правила Гарварда и McKinsey». Вот. Для того, чтобы текстовой информации в целом становилось меньше, советую читать, ну, хотя бы вот эту книжку «Пиши, сокращай». Мне понравилась книга Максима Ильяхова. Ну, а для того, чтобы разбираться в композиции, ох, это вот, да, могу посоветовать книгу «Слайдология» от Нэнси Дуарте. Она наиболее близка к теме презентаций и не сильно углубляется в эти цветные пятна, которые вы можете обнаружить там, в какой-нибудь книге по просто композиции. Книга «Слайдология», одна же «Слайдологи» от автора Нэнси Дуарте. Вот, собственно, советую. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы с вами заканчиваем, и я всех благодарю за внимание. Всем большое спасибо. Большое спасибо. Успехов вам в области визуализации, в области презентаций, да и в жизни в целом. Всем больших успехов. Спасибо, что посетили тренинг. Благодарю вас.